Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Анри, и мы в логове черепашек-ниндзя. Убили черепашек-ниндзя, по крайней мере, похоже на них, чертей. Теперь зашли в логово Сплинтера. Здесь можно вызвать Сплинтера. Смотрите, подходим к телеку, нажимаем два раза сюда, потом один раз крутим вентиль, и один... Ой, нет, вот так вот. Во, сейчас должен вылезти Сплинтер, по идее. А вот он. Пока он лезет, мы его пиздошим. Написано Флинтер. О, отлично. Замочалили его, и нам выпало немножко иридиума. И какой-то зеленый вонючий ствол. Вот это был Флинтер. Типа крыса. Так, что ж, идем дальше. Ну а здесь мы, ребята, идем все-таки на нашу миссию, где впервые появились роботы у нас. Нет, не впервые, но практически, короче, на дамбу. Где нам нужно установить какое-то ядро. Помните, да? Та миссия, на которую мы долго не могли попасть. Вот, наконец-таки, сюда идем. Так, я бы такой, что продал вот эту ересь всю. 326, да, это чёс. Так, не знаю. Продавал бы вот эти пистолеты вонючие. Снайперка, ну такое. Давайте вместо этого пестика поставим наш. Так, ну что, полетели. Какое-то ядро нужно установить. Надеюсь, нас не сильно с вами будет крепить. Блять, зачем я эту херню взял? Опа. Блять. Начинается. О. Замочмалил одного. Сука, где мой дробаш? Рабочий. Так. Вот наш. Давайте сюда инсталируем ядро в него. Теперь надо его крепить или что? Он сейчас против меня обернется? Конечно! Ну ничего, мы тоже не пальцем деланные. Блять, я... Ну как вам сказать, я не мог оттуда просто вырваться. Блять. Пушка, ну мочи его. О, отлично, я добил. Билдбаста. Я тебя, падла, создал, а ты меня крепишь. Все, пошел вон, я тебе хотел помочь, а ты выябываешься. Так, идем типа к следующему роботу, да? Ну ладно. К следующему, так к следующему. Пошел нахуй. Добиваем этих ребят. Так. Давайте, 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 давайте. Бля, да столько ребят, которых... Пошел вон. О! Блядь, ну это изрядочка. Ничего страшного. Вот так вот. Да заткнись ты, блядь. Ой-ой-ой-ой. Вот это я ковбой жесткий. Так, давайте сейчас опять подготовимся, а перезарядимся сразу. Зарядим базучку нашу. Так, вставляем сюда. Кидаем гранаты. Он сразу взорвался. Блять, нет. Три. Блять, а тяжело сейчас будет этого крепить. Ай-яй-яй, тихо-тихо, дайте мне уйти.
Бля, еле отнимают жизни, да? Давайте, давайте, в лицо ему стреляем. Отлично. Отлично. Замочмалил ребятушек. Так, теперь куда? Найти радио? Ладно. Это, в смысле, тот же самый квест или что это, блядь, за... А, все, типа, это тебе нужно в санктуарий лететь. Я, блядь. Мне как-то лучше тогда дальше пойти, потому что там есть телепорт. Блядь, дурачок, что ты творишь? О, вот так вот можно побежать. Вот здесь. Этих роботов будет, блядь, миллион тут везде. Заткнись нахуй. Ловите гранатку, ребятушки. Опа, здоровячок вышел. Сейчас мы одной ракеткой его зарядим. О, ему, в принципе, одной ракетки хватило с головой. Хорошо, продвигаемся дальше. Блять. Пока мы до санктуария с вами доберемся, пока эти побочные миссии поделаем. Ля-ля, несется сюда. На тебе в личико, братик. Блять, давай, давай. Ну, какой живучий подонок. Вы посмотрите на него. Собираем патрончики, блять, тут войны еще. Не так, чтобы не воевать, а просто вот с ними побарахтаться. Так нет, приходится воевать. Двоих прям рамсанул. Сука. Отлично. Где роботы? Тут же роботы были в прошлый раз. Блять, нет. Отлично. Так, я сейчас его, да? Сука, заткнись. Ой, хорошо. Вот мы его снизу. По-тихому оприходовали. Это с него пиздюк вылез. Опа. Стопэ, качеля. Блять, нужны патроны. А вот, кстати, тут телепортик уже будет, да. Фу, слава богу, быстро дошли. Нужно теперь в санктуарий попасть. В санктуарий летим. Фу, слава богу, не хочу больше связываться на этой локации, сколько я тысяч раз уже здесь походил. Так, это нужно к этому дойти. К сэру к этому. Или нет? А, нет, надо сюда установить. Сюда, блядь. А, о. Радио сделал. Ебануться тут песни. А тебе надо убить радио. Я понял. Вставил, пожалел, что я вставил. Оно слишком кричит. Sorry, I give up. You have defeated me.
Так, принести Маркусу или Зеду? А что, кто за него дает что? А, или дробовик, да? Или... Ну, я думаю, что Маркус дает дробовик. Маркусу. Зед дает щит, Маркус дает ствол. You want this AI thingy in a gun? Fine, but just this once. 15-го левела что-то он мне дал. Гранатки, интересно. Какой дробаш лучше? Давайте пойдемте проверим. По 200, нихера себе. А сколько этот тушит? Давайте посмотрим. Ну, это тоже неплохое дело в том, что... Он еще и говорящий, оказывается. Ну, неплохо, ладно. Так, давайте прокачаемся заодно. Я бы дробаш и тот бы взял. Это крутая штука. Так, что мы качаем, ребята? Напомните, пожалуйста. Давайте эту штуку прокачаем. Угу, все, максимально. Хорошо. Патроны надо купить. Так, ну, нужно зайти на черный рынок и закупиться по-серьезному, пока я не забыл. Пиздит еще что-то тут сам с собой, сам со мной. Так, давайте купим, наверное, место в рюкзаке побольше, да, вот это. 16, у меня 33. Блин, ну много, конечно. Так, что можем купить? Я предлагаю для пестика больше купить патронов. Вместимость. Чем мы еще пользуемся часто? SMG. Мы не пользуемся, ну, вот для снайперки. О, отлично. Так, теперь получается... А что там у нас получилось? Ничего, никакой скин не открыл? Открыл скин. Команду скин. Есть. Так. У нас опять основная миссия и побочная имеется, да? Блядь, не туда клацаю постоянно. Так. Давайте на побочную полетим. Какая снайпка красивая. Мне бы автомобиль. Судя по всему, мне туда. Там, тара-та-та-та-там. Да, мне, наверное, сюда. Вот какой кролик красивый нарисован. Хуя, блядь. О, тут, кстати, я был Тундра Экспресс, я не помню, мы здесь были или нет с вами. Давайте посмотрим, карта открыта. Нет. Итак. Надо, короче, фаерганом убить. Походу. Где мой дробаш? Другой дробаш надо. Фаерган, вот он. Огнем жжет. Сюда. Давайте почитаем. Так, ага, нашел несколько варкидов. Inject the cocoon with special serum. Так. Так, а что это надо делать? Я уже не помню. Как надо подождать, чтобы они там возродились, там... Я вот уже не помню этой движухи всей. Блять, тут, короче, есть свои... Тут карта огромная, кстати. Есть свои движухи.
Где эти варкиды? Ну вот они, собственно говоря. Ну, подпалил. О, инжектор есть. Ну. Так, блять, ай, блять, ай, блять, ай, блять, что происходит? Ой-ой-ой, надо добить его. О, с него выпала эта штука. А, надо точно так же теперь делать. Вот такие же, как уны делать. О, блядь. Ладно. А где они там ездят, эти как уны? Там пацан ходит, его можно не трогать. Блядь, образцы надо точно так же. Сейчас должен в кокун превратиться. Я уже не помню, блин, чего они в кокон не залазят? О, один в кокон залез, смотрите. О, стой, стой, стой. И сюда. Давайте кинем пушку, наверное. Потому что... О, отлично. Блять, кабан. О. Подняли один. Побыстрей. О, второй подняли. Хорошо. Блин, тут надо дохера еще. Мне бы жизни где-то взять, потому что... Фу. 2 из 4 есть, да? Надо еще 2. А где же они обитают, эти варкиды? Давайте-ка посмотрим. Так, ребята, ищем этих варкидов проклятых. Коконы их, а вон там внизу. Че ты выебуйся, тварь? Сгорел нахуй. Вот здесь они точно будут. Сейчас они должны вкапываться, блять. Вкапывайся давай, пидорас. Чего они не вкапываются? О, вкапываются, отлично. Инжект. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Есть. Забираем. Там кто-то... Блять. Это кто такой? Это не вкопанный. Давайте, чего вы не вкапываетесь, пидоры? Давай вкапывайся, подонок. Последний надо еще собрать. Чё ты заебал? Ну вкапывайся. Ля. И не хочет вкапываться. О, вкапывается, вкапывается или не вкапывается? Ну, блядь, он вкапываться не хочет, козел ебучий. Нам еще на штаб один копался и все. И будет счастье. Ох, ебать, оно сдалека горит. Пиздец. О! Сейчас, может, копаются, ребята. О, вот, копался, вкопался. Все, последний должен, по идее. Блять, нахуй я разъебал, это ж не вкопался, в нихуя. Ну, вкапывайся, вкапывайся, пидорас. О, нет, не вкапывается, да ебаный твой рот.
Зачем я выстрелил, блядь, в того, пизда? Ну что я за дурак такой? Пиздец, пойдемте еще одних искать. Сейчас хер кого найдем, блядь. Во, поезд поехал. Ребятушки, блядь, ну вылазьте, где вы еще есть? Пиздец, о. Что это за хуйня? Каким хуем я загорелся, блядь? Одного варкида, ну блядь, ну это пизда. Одного. Западло. Тут уже людишки, да, дальше? Тут уже нет этих, блядь. Сука, козлы. Опа. С 15 левела, братик. Серьезный. Пошел нахуй. О, здесь тоже гнезда вроде есть, да? А ну-ка, давайте. Вылазьте, пидорасы. Че, блядь, не закапывается никто? О, закап, давай, 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 последнего. Отлично. Сейчас он, сука, вылезет. И тут сейчас вылезет. Давайте кинем гранатку. И тут вылезет. О, есть. Собрал. Собрал всю хуйню, отлично. Теперь этого крепим. На тебе, пидорас. Отлично. Фу, ёб твою мать. Наконец-таки. Так, там можно квестик еще взять один. Та-т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 а. Что-то у меня тут выпало, я смотрю. На тебе, пидорас. Так. Подождите, значит, давайте используем скинок. Потом квест, который, где он? Не, вот этот готовый. А, сейчас пока не можем, да? Так, ну здесь надо, короче, я не знаю, как-то надо обыскать все, чтобы карту заполнить. И нужно к сэру Хаммерлоку идти, потому что, блядь, мы миссию сделали. О, это не тут случайно? Гляньте, какая-то пещерка, блядь. А, тут как-то надо отключить. Угу. Сука. А отрубить как-то можно сверху, стопудово. Блять. Сверху, сверху. Ой, что-то сильнее выпало, нихера себе. А, скин. Круто. Так, нам бы сейчас сюда попасть, вот как-то запрыгнуть, да, куда-то. Блять, что там? Так где-то, кстати, уже здесь миссия, смотрите. Рядом, давайте сейчас. Та-та-та-та-та-та-та-та. Полазим здесь, нужно где-то выключить. Где-то нужно выключить ток, чтобы залезть. Блять, здесь закрыто все. Где же ток? Опа. А, вон. Есть, все, внизу выключили. Здесь можно открыть ящичек. Здесь какая-то хуйня лежит, но можно ее взять, чтобы продать. А там что? А там, я думаю, ничего нету. Денег чуть-чуть. Ну давай выпрыгивай нахуй отсюда. Так, здесь где-то вход. Давайте, давайте. Вот, видите, электричества здесь нет, и можно сюда залезть. Только зачем, я пока не знаю.
А вот зачем. Сука. Я сейчас приду, ребятушки. Заряжаем револьвер и берем дробовик. Слышь, пиздюк. Сейчас пацаны загорятся. Они уже загорелись. Ебать, он козел. Где он, блядь? А чё я так быстро горю? Блядь, пиздец, подох. Сейчас штуку заберут, если не больше. Сколько забрали? Уроды вонючие. 1100. Ах вы пиздюки. Так, подождите. Это... А, все, сюда. Забрали мои бабки, уроды. Здесь пацаны, смотрю, меня ладят неплохо. Мне нужно жизни побольше. Или щит получше. Ну, щит у меня дело в том, что золотистый, поэтому я особо не жалуюсь. Где эти уроды, блядь, которые меня... Ты, пидор, меня убил, блядь. Козел ебаный. Что, ничего не надо брать? Ничего, ты такой дурак. Так, так, так. Так. Может, здесь какой-то... Блядь, не бери. Может, здесь какой-то ящик тоже лежит где-то. Так, вот. Блядь, не бери. О, там ящичек. Опа, синий дробаш. Так, ну теперь можно и пойти... Да, блядь, давай вылазь. Теперь можно и пойти на миссию пострелять. Где-то тут она рядом совсем. Нужно найти какой-то ящик, который спрятал наш убиенный. Давайте пойдем поищем. Давайте, может, здесь карту отведаем. Подойдем вот сюда вот. О, все, карту разведали. А нам нужно, блядь, куда-то сюда. Опа, какой-то хуй сейчас вылезет. Так, что этот ящик, блядь, просто так открывается, или что надо сделать? А он меня обманул, типа, никакого там оружия и подавно нету, да? О, сейчас там Мордекай будет, по-моему. Угу. Из первой части Мордекаюшка. Да. Его кровавый ворон, короче. Эй, тихо, тихо, тихо. Бля, они еще перекатываются, блядь. Блядь, да где ты взялся? О, всех перемочмалил я. Опа. Снайперка. О, ляньте, либо дробаш, либо автомат. Я лучше автомат возьму. Владов. Владов, это хорошо. Ворон кричит. Так, мы чуть карты-то разведали с вами. Отлично, уже есть 6. Так, нам теперь надо к этому. Что у нас, что у нас за миссии теперь? А, все, одна основная, нам нужно в санктуарий. Вот сюда мы с вами и направимся. Пока. А
потом можно и тут поразведывать. Блять, а здесь нету, да, никаких этих... А, ну вот же эта штука, зачем ты туда показываешь, дебильная? Санктуарий. Да, сейчас подойдем к сэру Хаммерлоку. Со Хаммерлок. Англичанин он, походу. Судя по его акценту. Так. Музямба опять. Так, ну пушка мне твоя не нужна, конечно, но зато мы все с вами сделали. Ну, дорогие друзья, на этом пока и закончим. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей. Всем пока.